Всем привет, ребята, с вами я, Данил Данст. В этом видео мы будем ограблять инкассаторов. Вот победитель прошлого видео, ребят, в конкурсе на 100 тысяч рублей. Если вы хотите выиграть также 100 тысяч рублей в следующем видео, ребят, досмотрите это видео до конца. Приятного просмотра. Итак, ребята, чтобы ограбить инкассаторов, нам понадобится оружие, маски. Что нам еще понадобится? Тросы, возможно, если машина инкассатора будет в людном месте, там, где вы их найдете, вам придется их, скорее всего, убить, если они будут сопротивляться. Трусы нам нужны для того, чтобы отогнать машину в случае того. Для этого мы взяли Раптор. Мы возьмем машину инкассаторов на буксир и отвезем в менее людное место, чтобы взломать ее. Так как в людном месте ее взломать нельзя, за это тоже могу дать варн, ребят. Обязательно надо купить маски, что мы сейчас и сделаем. У нас у всех должно быть обязательно оружие. Берем маски, трусы и так далее. Сейчас будем искать инкассаторов, все, что нам остается сделать. Ребят, я вот купил себе Майбах на крутых номерах. Вопрос к людям на крутых машинах. Откуда у вас столько денег? Промокод Лютер. Ребят, мы выбрали тактику ожидания. Будем сидеть и ждать инкассаторов, так как они подъезжают постоянно к банкам. Ребята, пока вы ждете, можете подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам, конечно же, понравилось. Ребят, мы так долго ищем инкассаторов. Я уже всю карту объездил, у меня сил просто не хватает. Уже и заправлялись, и врезались, и чинились. Чего только с нами не было, понимаете, ребят? Это уже просто невыносимо. Мы ищем, 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 ищем. А инкассаторов все нету и нету, ребят. Опа. Вот и инкассаторы, ребята. Что-то они тут прохлаждаются, ребят, я не понял, что такое? Это ограбление, хлопцы, вы шо? Стоять! Они угнать решили от нас. Все, ребят, мы их убили. Сейчас будем взламывать машину. Руки затекли взламывать эту машину. В машине ничего нет, она оказалась пустой, ребята. Она оказалась пустой. Мы так долго искали этих инкассаторов, и машина оказалась пустой, ребят, понимаете? Это просто пипец. Я просто в шоке, ребят. В общем, ребята, так и не получилось нас записать нормальное видео. Мы сколько не ездили, так не смогли найти инкассаторов для угона нормального авто. Ну, как бы их находили, но нет, нас уезжали просто. Понимаете, ребят? Нам просто не повезло сегодня. Нашли одну машину, сломали ее, и там вообще не оказалось ни капельки денег просто. Видимо, они только выехали из базы инкассаторов, и нам очень не повезло, ребят. Ладно, ребят, спасибо, что посмотрели это видео, ребят. Спасибо вам, и пока. Удачи всем, ребят. Досмотрел это видео до конца? Тогда тебе очень повезло, ведь ты имеешь возможность поучаствовать в конкурсе на 100 тысяч рублей. Твоя задача просто написать любой комментарий и поставить лайк на это видео. Также подписаться на мой канал. Всем удачи, ребят, и пока-пока. Спасибо за просмотр.